Я сегодня видела во сне храм Золотой Софии. И вот, обратите внимание, вот здесь вот открыт фрагмент. Видите, это мозаика. Похоже на мозаику, не знаю. Но мне вот во всяком случае видно, что она золотая. Действительно, ведь храм весь был золотой. Вот это и есть видение, когда ты приезжаешь в какой-то город, и тебе показывают историю этого города.